Всем привет, дорогие друзья! И сейчас мне нужно отправиться на научную базу. Так. Здесь нужно будет нам... Здесь все кишмят. Даже не пытайся стрелять, бросать гранаты. Действовать нужно тихо. Так, здесь надо тихо действовать. Какой же у нас план? А возьми биту. Принеси вон те ракеты. И взорви вход в шахты. Что за задание? Так мы защитим лес от нападения зомби. Неплохо придумано. Прикроешь меня? Конечно, прикрою только из машины. Ну, ё-моё, из машины прикроют. Придется действовать все одному, и нужно действовать тихо. Так, ну что ж, берем биту. Так, и нам нужно будет поменять биту. Так, подожди. Так, все, вы так, что вы потеряете отказ? Почему, в смысле, отказ от биты? Так, смена оружия. Подожди, а где бита? Подожди. Так, это не то. Так, мне нужно биту взять. Подожди, надеть биту. Так, сюда, берем биту, все хорошо. Меняем оружие на биту. Так, и потихонечку идем. Так, они меня не видят, да? Так. Берем. О, нифига, подожди, алло, в смысле, на? Так, мы все взяли, теперь аккуратненько бьем битой. Не, что-то здесь, смотри. Он мне сказал битой, да? Так. Нафиг битой? Почему я должен битой это все делать, а? Не пойму. О, нормально. Так, где еще? Вот замоки. Быстрее, быстрее перезаряжайся. Есть. Так, где? Кто еще? Бита, говорит. Возьми биту и битой. Мочи, ага, конечно. Так, а какое там задание у нас? Так, бегите обратно к машине, да? Хорошо. Так, подожди, а как мне? А, смена оружия. Так, все, хорошо. Наверное, оружие-то поменяю. Зачем мне эта бита нужна? Так, ну все, вроде бы все сделал. Так, садимся в машину, да? А, ну все, миссия завершена, хорошо. Так, все, идем в город. Угу, возвращаемся в город. Все сделали, можно, в принципе, было и без биты делать это все дело. Так, используем бинты. Хорошо. Так, может покушать? Слушай, а? Так, что-то мы поели, а... Так, здоровье у нас не приблизилось. Так, ну давай бинты попробуем. Ну все, нормально, 59, в принципе. Хорошо. Торговец, торговец, подожди. Так, что у меня есть? У меня есть... Так, это что-то кусок серебра. Ну давай продадим все, да? Так, продать все куски. Получим деньги. Так, больше у меня ничего нету. Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк. Что мне скажет Фрэнк? Сейчас посмотрим. Так, ну все сделано. Проще пареной репы. Миссия выполнена. Так, я получил деньги.
Так, подожди. Ага. А кстати, только что приехал Ас. Он самый известный истребитель зомби в нашем районе. Продолжай. Поговори с ним, может, у него есть для тебя задание. Спасибо. Очки умений и бензин добавили мне. Спасибо. Так, это что такое у нас? Уровень, да? Уровень у нас увеличился. И награда. Давай вот это заберем. Хорошо. Здесь что у нас? Карма пока минус 5. Так, здесь что? Уникальная версия. Купить, не купить. Ну, в старый дом мы сейчас пойдем. Посмотрим. Что у нас в старом доме здесь? Какое задание? Так, он меня на машине уже возит, да? Так, зомбаки. Так, взять, нужно взять провиант. Хорошо. Опа. Так, а здесь, ребят, много. Так, кто у меня? Подожди, алло. Гад, а? Так, и мы сейчас всех уничтожаем. А они, смотри, быстрее стали двигаться. Раньше они двигались, мне кажется, медленнее. Надо аккуратненько, прям чисто в голову им стрелять. Три удара и... О! Три удара и все. Мать, что-то я в тебя попасть не могу, подожди. Не двигайся так быстро. Так, провиант. А, мы разве тут не забирали этот провиант? Слушай. Ну все, весь провиант я забрал. Ох ты. Привет. А здесь что? Так, сейчас сюда подойдем, посмотрим. А, бензинчик, да, бензинчик. В принципе, да, давай сейчас наберем бензинчика. Фига, сколько много бензина. Два бачка набрали. О, друзья, друзья, подождите, что-то у вас много стало. На тебе, на, гад. Мать, а у тебя нет ничего? Подарок какой-нибудь ко мне. Я вас сейчас подзару, подожди, алло, сюда подходим. Есть, все готовы. Так, кусок золота мне дали всего лишь, навсего. Ой, подожди. Иди ко мне. Они вот головой это шевелят свои. Я попасть не могу. Так, готово. Куда еще идти? Так, 35 метров. Так, а ты не ускоряешься, нет? Вот, бежишь нормально. Так, здесь что? Ух ты, два зомбака. Так, готово. Нет, не готово. Подожди. А прикладом я вас не могу бить, а? Бинт нашел. Хорошо. Это лестница какая-то. А зачем мне лестница нужна была? Так, установите лестницу. Куда, интересно, установить лестницу? Подожди. Вот как значит. Так, мы залезли на крышу. Солнечные панели мне нужно взять. И как я потащу их? Так, все, спускаемся. О, друзья, зомбаки. Вы что здесь делаете, а? На, получи. Ну и все, в принципе, мы выполнили задание. Вы откуда взялись-то? Это сейчас я все погружу в машину. Провиантик, бензинчик, панели световые. Все, можешь езжать. Езжай в лес. Территория зачищена. Все, едем в центр. Так, старшой, мне что-то скажет интересного. Так, ну что ж. Ну все, я все сделал, да. Деньги мне дашь, нет? Так, четко сработано. Я хочу, чтобы ты сходил туда снова. 5. Да, ну там есть на верхнем этаже сундук, а у меня нет ключа. Ну вот возьми отмычку.
Найти в сундуке эту желтую штуковину, принеси мне. Обычная отмычка. Так, а я же отмычек вообще много купил в первой же серии, да? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что там такое будет. Так, а в какой дом мне надо? В этот идти? Зомби атакуют, защищайтесь. Чё-то вас много, слушай, стало, а? А где, интересно, у меня этот самый, как его... Подожди, у меня же были гранаты. У меня же были гранаты. Что, не кончились? Что? Сейчас мы их заманим сюда. Сейчас сюда заманим и одним выстрелом мы их всех уничтожим. Подходите, подходите. Есть. Готово. Но это было несложно. Так, все, я в доме. Мы зашли с черного входа. Так, сзади никого нет, все нормально, чисто. Так, ну вот они, отмычки, да? Так, space взломать. Так, мысли, подожди, в смысле? Кто-то меня ударил? Так, еще раз. Есть. Есть. Все, доступ разрешен. Хорошо. Так, и тут, конечно же, у нас много зомбаков. Так, патронов у меня еще куча, поэтому... А ты чё, гад, подожди, сейчас. О, гранатики взяли, хорошо. Патроны, гранаты. А выпивка не нужна, газировка, слушай, а? Я бы еще газировочку взял бы. Так, все, возвращаемся. Так, а все, можно так, нажимаешь Enter и возвращаешься. Сейчас посмотрим, мне дадут какую-нибудь денежку-то. Так, торговцу, у меня нет ничего тебе продать. Да, куча, смотри, у меня и золотые. Да, продать все, 1200. Борис, Бориска, что ты мне хочешь сказать? Так, выполнил я задание. Так, и все, ты больше ничего тебе интересного нет. Фрэнк, идем к Фрэнку. Фрэнк, чувак, ну все, я сделал же, все сделал, работу-то. Что у тебя еще есть? Есть близ лежащая свалка отходов загрязняет нашу воду. Так, продолжай. А нужно обязательно сходить туда и откачать загрязненную воду во второй резервуар для отходов. Так, перемещение радиоактивных отходов. Ну, беру. Беру задание, слушай, Фрэнк, конечно, почему бы и нет. Так, в стрельбище идем. Зачем в стрельбище? Там отходы какие-то там, получается, в стрельбище. Так, найдите вход в подземелье. Какое еще подземелье? А что-то вы быстро стали двигаться, ребята. Вот этот особенно, чувак. На, получай. Паёк получил. Так, нет, вот еще смотри, куча. Есть, готово. Так, вот он у нас, вход в подземелье. Ой, ё-моё, я вас заметил.
Бабулька, что тебе надо? Вот что ты ешь? Ты бабулька? Так, я вам гранатку слушай подкину. Есть, готово. Так, все, откинулось. Готово. Так, вот сюда идем и сюда. Так, опять отмычки что ли будет? А, нет. Быстрее гранату. Хорошо, что у меня гранаточек куча. О, опять эти отмычки, а? Как они мне уже надоели. Все, доступ разрешен. Ну, в принципе, было несложно. А, у меня есть гранатка для вас, друзья. Так, это вот это, что ли? Так, мало энергии. Так, найдите канистру. Так, и, хорошо, что подсказка есть. Где эти канистры находятся? Вот здесь. А, опять замки смотри. Да у меня на вас патронов не хватит. Конечно, размечтался. На, получи. Так, берем канистру. Где наша канистра? Как далеко канистру спрятали, а? А, типа на улицу идти, канистру возьми. Так, сюда, наверное. О! Пёска, пёска, подожди. А, то ты не убиваешься, что ли? Смотри, какая живучая пёска, ну хорошо, что она медленно бегала. Ага. Нормально, заполните бак генератора. Так, но он у меня заполненный, да, бензинчиком. Канистра. Да подожди, да в смысле, я же вас тут всех убивал. Откуда вы взялись? Смотри, они опять какую-то лезут, плодятся где-то. Ну хоть их поменьше. Двое всего лишь. Так, мать, иди отсюда. Нельзя было сразу канистру взять, а? Сложно, да? Так, давай бежать. Все, заполняем. Никого здесь замков уже нет, нормально. Ну все, пошла энергия, да? А, ну все, перемещение радиоактивных отходов выполнено задание. Сейчас мы посмотрим, побегаем. Сюда нельзя войти, да? Так, ну что, я всех, да, замков убил. Проверить надо. Никто не остался здесь. Все, возвращаемся в город. За наградой. А кто мне Фрэнк давал задание? Так, ну все, Фрэнк, я выполнил. Денежку. Спасибо. Спасибо. Так, все, да? Ну что ж, на сегодня закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.